Что? Да. Блин, перетормозил. Почему я не снимал? Ну все, я теперь худший вариант уже видел. Ну хуже этого ничего не было вообще. Блин, это была бы уборка вообще реально. Уборка чего? Тебя. Ты там так кулялся. Колено разбито чуть-чуть. Да. Блин, плохо, что я там еще, короче, на холостом ходу летел. Я остановиться не мог. Чего я не снял? Было бы что вспомнить. Телефон цел? Да, причем он у меня выпал раньше. А, даже так. Ой, камера у тебя крышечка открылась. Не, зря совершенно, блядь. Тормозил? Пиздец, да. Я как бы мог скатиться, понимаешь? Ну, когда, ну не скатился. Ну, надо было, чтобы колесо мое, как всегда, преодолело эту метку. Ты слабо смещаешься, во-первых. Так я ищу, блядь. Ну, там еще... Ты просто остановился в страхе, почему я тебе говорю, не стоит. Тебе нерешительность твоя заставляет останавливаться. И потом ты летишь кубарем. Не, понимаешь, я уже как будто бы начал, блядь, это самое. Я, может быть, в тот момент, когда понял, что я уже еду, я должен был начать ехать через секунду, ну, вниз. И этой секунды не произошло. Можно словесно это описать примерно так, что ты летел кубарем, и из-за травы поочередно мелькали твои голова, ноги, голова, ноги. Голова, ног. Да, ты же даже на коленнике меня не попросил. Жалко, видоса нету. Да.